В Гонконге прошли масштабные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню Фалуньдафа, который отмечается 13 мая. Местные последовательно духовно-оздоровительной практики Фалуньдафа коллективно выполняли медитативные упражнения, играли на традиционных китайских барабанах, танцевали и пели. Этот праздник совпадает и с днем рождения основателя Фалунгун, мастера Лихунжи, которому в этом году исполняется 64 года. Участники мероприятия торжественно благодарили своего учителя Ли за практику, давшую им крепкое физическое здоровье и принесшую гармонию в их жизнь. Хором повторяют несколько раз. Учитель, спасибо вам. Во второй половине дня более 500 сторонников Фалуньгун провели торжественное шествие по улицам города, во главе которого шел небесный оркестр. Праздничная колонна привлекла особое внимание многочисленных туристов из соседнего континентального Китая. Ведь в КНР практика Фалуньгун запрещена Компартией и жестоко преследуется уже 16 лет. Я очень потрясена. Да, в Китае такого определенно нет. Выглядит очень величественно. Потрясающе. Ведь в Китае такого абсолютно не увидишь. Я первый раз приехал в Гонконг. Одна из колонн шествия была посвящена фактам репрессий сторонников Фалуньгун в Китае. На плакатах ее участников изображены фотографии тех, кто пострадал от репрессий, а также призывы к общественности остановить эти совершаемые Компартией злодеяния и призвать к ответу организаторов преследования, главным из которых является бывший генсек КНР Дзянь Цзиминь. Через два часа шествие завершилось в парке Джуншань.